И всем привет, меня Александр Навасов. Сегодня я играю в редактор Far Cry 5. Сегодня мы проходим. Как проходим? Мы сегодня создаем карту. Мы создадим карту. В общем, как вы помните, я тогда вчера. Точнее, не вчера, вот сегодня уже создал. Я вчера вам на стриме показал, что такое редактор. Сегодня я уже создал одну карту. Карта выживания от Навасов. И сегодня, в общем, я решил сделать новую карту. Она будет необычная. Также будет штурм. Так. Ладно, пустая карта, опять же. Потому что я сам все буду создавать. Опять же, здесь это все будет сразу. Так, выключаем. Так, погнали. Ладно. Вот у нас такая карта. Достаточно таки большая карта для игры. Так, значит, сразу здесь надо создать то, что мы хотели. Так, я забыл здесь, что делать надо. Так, мы создаем здесь радиус и все, то есть прочность, скорость, все мы создаем. Режим захвата, делаем вот такую вот, такую, в общем... получится, наверное, это какая-то фигня получается. Ладно, пока что это убираем, переходим к вот этой вот второй хрени, нажимаем сюда, сюда и сюда. Так, и сейчас будут создаваться такие мини-горы, так сказать, да. Горы создаются. Все, я создал такую, конечно, неровную, но все же карту какую-то. Теперь просто ее мы должны как-то сделать. Так вот. Опять же делаем вот так вот. Так же, как мы делали только что. Потом мы делаем вот так. То есть все делаем так, как мы уже делали. Третье. Потом дальше. Все повторяем делать по кругу, то есть все как мы делали до этого, как в прошлом видеоролике. Но сегодня у нас будет прикольная такая фигня, так что так что смотрите до конца, почему именно я так делаю, а никак не по-другому. Очень не потому что интересно, почему я так делаю, вам будет интересно. Так. Теперь немного отлетаем, вот так вот ставим карту. Теперь осторожно, вот так вот. Немного, 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 немного. Изменяем карту. Немного не изменилось. Ладно, вот так вот. Тихо, 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 тихо. Вот так вот. Так вот. Так. Так, чтобы было. Все. Чтобы получилась вот такая фигня. И получается здесь. Так, еще немного. Нужно еще последний раз сделать. Чтобы такая, ну, нормально, то есть было. То есть еще раз сейчас покажу, как это все будет выглядеть. Уже в игре, как это все будет выглядеть. Эта карта. Постараюсь это все сразу сделать, чтобы не тянуть время, как в прошлом видеоролике, когда я не знала кнопок, как что нажимать и как что делать. Сейчас я уже знаю, что делать, и поэтому немного я уже понял, как делать. Сегодня мы делаем миссию такую, где наш главный герой должен там где-то пробежаться по лесу, уничтожить всех, опять же, врагов, потому что это штурм. Вот и все. И будет несколько волн. В первой волне будет несколько врагов, которые надо будет убить. Вторая волна, третья волна, четвертая, пятая. Ну, и так далее. Будут волны. В общем, будет интересно, конечно, можно посмотреть. Сейчас посмотрим. Так. Давай, создавайся. Все, оно создалось. Сейчас посмотрим. Как его убраться. Так, костюм крыло. Давайте костюм крыло, я не знаю, чем это. И давайте парашют. Спустим. Так.
Вот, что у нас получилось? Так, мы можем вообще менять? А, у нас, смотрите, дробовики, пистолеты, автоматы. Смотрите, у нас все есть прям вообще. Это прям так вообще прикольно сделано. Ладно. Итак, ладно. Здесь я все сделал так. Получается, дальше полетели. Пока что это все. Так. Так, все. Так, сюда. В общем, вот такая вот карта получилась. Достаточно такие прикольная. Почему она именно такая, я вам немного попозже расскажу, что здесь будет происходить. Но довольно-таки карта, я постарался ее сделать, насколько это возможно, большую, да. Ну, конечно, она маленькая, но все же нормально. Сделано все типа как горы, как уже понятно, какие-то как горы. Или какой-то карьер, может быть, даже. И сделаны какие-то такие фигни прикольные. В общем, прикольно, да, все сделано. То есть нам нужно будет добраться до конца. Ну, видите, как далеко можно убегать. В общем, здесь можно спокойно будет поиграть. Надо не останавливаться на этом. Пошли дальше. Так. Карту мы сделали. Саму карту. Вот так она выглядит. Теперь нам надо сделать цвет. Цвет это нам нужно открыть. Это вот это. Это нажимаем это. Так, добавить. Добавляем. И здесь мы выбираем то, что здесь нам нужно. Так как это у нас было... Так как это у нас какой-то карьер или что-то типа того. То есть это не гора. Это сразу понятно. То есть здесь, значит, будет два цвета. Это вот такая вот темная black. Или sleeve. Давайте sleeve black. Вот такая black. А давайте радиус... прочность и скорость ставим такую. Еще посмотрим, что будет. Красим, 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 красим. То есть все горы должны быть такого цвета. Такого цвета. Так вот, так вот. Так. Так, все вроде нормально пока что. Красим, 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 красим. Красим, красим, красим. Чтобы все было. Чтобы вся карта обрисованная была. Это важно. Все. Ну, немного недорисовано, ну да ладно. Я думаю, этого... Не, ну хотя это будет заметно, нет. Тогда надо все. Еще вот так. Так. Теперь. У нас получается такая вот фигня. Вообще, я думаю, что это все нормально, вот так вот. Если все будет. Это похоже что-то на... Чем-то похоже все-таки на карьер какой-то. Дальше. Здесь вторым слоем, вот то, что мы здесь оставили, мы здесь будем делать какой-нибудь песок или что-то типа того. Сейчас разберемся, где мы только что были. Вот они, эти штуки. И берем мы Dark фигню. Здесь все закрашиваем. Все, что можно. И у нас получается почему-то однотипная фигня. Нет, не однотипная. Вообще мне показалось, что будет один тип. Но нет, все нормально. Так, мы сделали. У нас получилась такая вот фигня. Тень почему-то у нас идет оттуда. Поэтому с освещением мы сейчас поработаем. Освещение это вот эта вот фигня, это окружение, время суток 12:00. Здесь луна, солнце, это фигня. Так, здесь погода, небо, по умолчанию можно дождь поставить какую-нибудь. А, вера там, так, пурпурная, так, поиган, черная. Нет, это все не то. Так, здесь все нормально, задники все есть. Звук, окружающий звук. Так, здесь пока что все, постобработка. Так, задник, сейчас пробую. Так, это значит mountains, горы, то есть
это задняя фигня, которая у нас. Так, дальше здесь у нас обработка. Обработку ставим апокалипсис какой-нибудь. Хотя это не апокалипсис. Ну или может даже ставим. Нет, нет, явно не снег. Давайте проверим это. Это какая-то тоже фигня. Так что давайте джунгли. Что за джунгли? Во, джунгли. Не, какой-то цвет некрасивый получается. У джунглей? Нет. Давайте все же апокалипсис давайте оставим. С апокалипсисом вроде красивее это все будет выглядеть. Апокалипсис. Дальше. Эффект. Эффект у нас ставим мы. Так, грязь в... Грязь. Что такое грязь? А, это эффект камеры. Нет. Ветки. А вот. Это эффект типа... Грязь-то лучше будет, наверное. Не, не надо. Окружающий звук. Окружающий звук мы ставим... Так, апокалипсис. Так. Окружающий звук это... Бункерный бой. Крепость, пещера. По-моему, все нормально. Так. Такой звук мне подходит. Музыкальная тема. Прималаяков, Иоанн. Давайте попробуем просто. Какую-нибудь любую. Нет. Ладно. Оставляем пока что так. Ну, здесь, конечно, можно бой в джунглях оставить на такой. Нет, звук окружающий, звук нет. Такой не подходит. Это явно не то. А здесь другой по умолчанию вот. Явно не сюда. Давайте еще раз, что там было. Нет, не подходит. Нет, ладно. Выключаем звук. Так, у нас, значит, у нас, значит, теперь такая. Так, сразу ставим деревья. Тут все. Так, деревья. Деревья. Сейчас решим, что сделать с деревьями. Деревья создаем. Так, деревья. Это у нас засохшие деревья какие-то. Нет. Комплект. Это деревья какие-то с какой-то фигней. Кусты, пальмы, сосны, травы. Давайте сосны. Поставим какие-нибудь сосны. Хотя нет, это деревья. Нет, просто деревья. Вот, здесь где-то было. Это саванна, это. Аспен. Нет. Это все аспа, нет. Вот, здесь есть деревья такие, которые мне нужны. Вот она. Радиус деревьев. Ставим здесь радиус деревьев. Как раз вот у нас такой вот лесок получается. Да. Но это все не то, так что нет. Это не то. Нам нужно именно какую-то часть выделить. Значит, мы берем вот такую вот, где-то на 50. И здесь где-нибудь ставим вот так вот.
есть у нас здесь деревья, у нас здесь какие-то кусты. Деревья, 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 деревья. Надо пробраться через деревья. Дальше. Пока что здесь какие-нибудь, тоже возможно, деревья какие-нибудь. А, еще и деревья какие-нибудь. Так, так вот. Трис тоже есть. Трис, 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 трис. Так, дальше. И третье деревья, это у нас, давайте, пусть будет саванные деревья, саванна. Их тоже где-нибудь рассажаем, вот тут вот. Где-нибудь на каких-нибудь этих. Вот так вот. Все это вот так вот расставляем, чтобы красиво все было. Вот так вот получается. То есть какие деревья, какие-то эти. Ну, прикольно, прикольно. То есть, главный герой, придется ему как-то бегать по каким-то лесам, по каким-то этим, да. Кустов здесь, кусты травок, кусты не нужны, нет. А здесь можно много их добавлять. Ладно, давайте дальше добавлять. Дальше добавляем мы траву. Траву мы добавляем. Mountains grass. Мы добавляем их вот сюда, получается. Что-то не то. Ну да ладно. Я на это не обращу внимания. Но зато теперь у нас трава есть. Спокойно можно перебираться по этим. Ладно. Здесь добавляем опять же деревья, которые нам нужны. Какую-то ту часть, которая нам нужна. Выделяем деревьями. Так вот, чтобы было. Так вот, чтобы красиво все было. Так вот. Что-то выделяем вот этими вот деревьями. Вот эти вот части. Слишком много коллекций. Ты можешь понять. Да, конечно. Стоп. Это уже слишком, это слишком, это слишком. Стой. Хватит, 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 хватит. Не, ну вообще прикольно, да. Спасибо. Не, ну на самом деле прикольно, да, вот это вот все, если сделать деревьями вот этими вот вторыми. Так вот. Если все переделать вот так вот. Сейчас еще раз сделаю. Блин, лагает. Слишком много коллекций. Тоже не лагать почему-то начало. Ладно, давайте это все уберем. Это нам не нужно. Давайте оставим 3 аспен тогда. Деревья, аспена, и давайте сюда кладем их, добавим. Так вот, чтобы было. Так, здесь деревья есть. Все. Здесь можно теперь будет ходить. Да, здесь достаточно всего. Я думаю, здесь всего этого хватит. Так. И давайте теперь создадим место для нашего игрока. Игрок, сам игрок, будет у нас здесь. А где наш игрок? Игрок будет у нас... Где? У меня нет игрока почему-то. А где его взять? Скажите, где его взять? Я забыл, как я спавнил его. Области контроля, добавить ИИ. Так, дороги... Какие-то эти наборы, границы карты. Что-то я не замечаю нашего персонажа. По-моему, его как-то можно было добавлять.
Где можно создать точку возрождения игрока? Эффекты. Вот они. Объекты по типу игры. Вот они. Эти объекты. Так, Object Maker и Permanent Object. Давайте. Ставим сюда нашего персонажа, который будет здесь. Он, например, будет выходить через какую-нибудь, может, дверь. Так, например, вот он есть. Давайте его перевернем, нашего персонажа. И что у него будет вообще? Что будет у него наборы? Наборы, значит, очищаем все. Это нам не нужно. Это нам не нужно. Так, боеприпасы. Боеприпасы не нужны ему тоже. Очищаем, снаряжение. Эти вот всякие фигни, это все лишняя фигня. Так, предметы все есть. Режим исследователя. Так. Так, все. Теперь создаем здесь объект. Сделаем здесь объект. Сейчас скажу, чего. Создаем объект дверей. Здесь объекты нажимаем. И что-то у меня... А, вот. Объекты. Объекты. Двери и окна. Здесь выбираем, где двери и окна. Я что-то их не выбрал. Почему-то у меня не выбрались они. Где двери и окна, выбираем двери. И где... Блин, где двери? Здесь выбираем двери, которые нас интересуют. Почему-то очень много места эта фигня занимает. Так что я буду смотреть так. Ну, например, если у нас это идет... Например, мы вышли из бункера. Допустим, ладно. Допустим, не из двери, а из бункера, например. Вот бункер. Например, дверь бункера. Вот он, бункер. Сейчас я его переверну. Так, все. И немного его я тут вот так вот переделаю. Дальше. Здесь Create Object. Мы наш... объект сюда куда-нибудь перемещаем. Так, здесь остается, значит, здесь все мы поставили, все у нас есть. То есть никто этого не заметит, то что там нифига нету. Хотя, ребята, можно здесь сделать дырку, просто сквозную дырку просто. Давайте ее и сделаем. Просто открываем эту фигню, выбираем радиус, радиус и прочность. Радиус этой фигни такой, прочность, я не знаю, как сделать. Блин, я что сделал? Я только что-то сделал, походу. Нет, нет, нет. Я, по-моему, нифига не сделал. Так, ладно. Вот это вот на минус ставим. И теперь можно здесь сделать какой-нибудь вниз. Этот. Ну, не так. Конечно, не так, ребята. Давайте. Минус пусть будет минус там 10. Минус 10 просто. Нет, нельзя. Ладно. Так, например, вот так вот. И тут, блин, да что ж такое, почему так? Ладно. Допустим, ладно. Здесь у нас все сделано. Мы здесь просто нажимаем вот так вот. И у нас получается, что у нас эта фигня внизу. Здесь, внизу мы ставим теперь здесь. Открываем мы теперь обычную эту. И здесь... Так. 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 Теперь мы берем эту фигню и делаем здесь освещение. Освещение делается... Так. Так, 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 так. Здесь, значит, смотрите. Здесь делаем освещение. Освещение делается вот так вот. Нажимаем сюда, это окружение, нет. Здесь мы делаем освещение. Освещение, я, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то вот здесь, вот рядом было. Я точно не помню где. Я не помню где. Так. Где-то здесь было. Так. Нет, не здесь. Я не помню, где освещение было. Свойства карты. Нет, это явно не здесь. Это я...
Это явно не здесь, потому что здесь, если бы было, было бы все проще. Ладно, это и понятно. Здесь, значит, это фигня. А это что? Модификации, что-то такое. А, это наша фигня. Так, здесь, значит, берем. Здесь открываем здесь объекты. В объектах нажимаем здесь освещение. Освещение нам нужно только освещение. И здесь мы нажимаем сюда. Все. У нас освещение не работает. Мы можем спокойно освещать все, что нам потребуется. Нам потребуется осветить какое-то место, например, вот здесь вот. Мы будем здесь. Вот так вот мы делаем. И у нас получается, что свет, наш свет, почему-то он оказывается здесь. Тем самым получается как-то вот так. Нет, проверка карты. Мы пока что все это смоделируем, давайте. Так, вот как это получается, то есть взаимодействие какое-то можно сделать, наверное. Нет. Там ты смотришь, нифига не видно, да. Ты открываешь дверь такой, и там будет темно, просто тупо темно. И ты падаешь, просто не понимаешь, что дальше делать. Там нифига нету. Но дверь, конечно, мы не будем открывать. Здесь, значит, дверь мы не будем открывать, потому что это нам не нужно. Зато здесь... Вот эту фигню, мы берем вот эту штуку, и здесь мы немного ее ниже поставим, давайте. Так, 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 ниже, 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 нет, не то. Ниже, 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 вот так вот. И немного сюда. Вот, так вот. Все. Так, тихо, осторожно. Стой, блин, почему она... Ах ты, блин. Ладно, давайте. Нам нужно... Именно вот эту вот штуку. Вот эту, и вот эту вот штуку. Давайте. Не то. Так. Так. Нет, не то. Нет, не так. Это не то. Нет, не то. Если это вниз, это сюда. Так. Так, получается здесь. И немного ее сюда. Блин, не знаю, почему так получается. Ладно. Сейчас проверим. Сейчас мы все сделаем. Так, и сделаем вот так вот. Да почему она неправильно ставится-то, блин? Тихо. Ну, я, в общем, не знаю. В общем, как-то так получается. А вообще объект. Вот сюда куда-нибудь. Давайте прикрепим. Чтобы было какое-то... Немного света отдавало. Радиус, давайте радиус, радиус, радиус. Вот такое вот какой мы делаем. Радиус меньше, светлее. Там вот, чтобы вообще светло, чтобы было. Можно сделать этот. Все сделать. Типа здесь какое-то освещение идет. Но можно вообще поменьше сделать, чтобы немного потускнее немного было. Ну да ладно. Так, дальность прорисовки это туда, чтобы у нас прорисовалось все. Нет, ничего больше не нужно делать. Вот достаточно такого, того, чего мы сделали. Ой, почему дверь не там стоит? Сейчас исправим. Твою мать. Так, берем дверь и немного ее сюда, в бок. Да, вот так. Отправляем. Все. Спокойно стоит дверь. Нормальная, то есть ничего такого нету. И, конечно же, она такая вот светится. В общем, вот что. В чем прикол? Вот, смотрите. Включаем карту. У нас получается вот. Вы подбегаете вот так вот, смотрите там. Типа дверь какая-то такая. Опа, там свет такой, опа.
открываете дверь, такой вот, хопа. А там просто там какая-то фигня, короче, это просто свет. То есть вот так вот даже сделано. Да, и вы можете упасть туда, в эту яму. Да, ну вообще прикольно сделано, да. А теперь давайте, то есть если вы подбежите, то вы будете бегать просто тупо по лесу и убивать там всяких этих. Ну это мы сейчас это все попробуем сделать. Так, мы закончили теперь на том, то что мы зашли сюда. Да. Мы зашли, и это прикольно. Так, у нас, значит, здесь где-то... Так. У нас где-то здесь будет еще свет. Такой какой-нибудь. Так. Мы теперь этот свет... Делаем так. Радиус. Мы делаем здесь. И свет, чтобы он был как от фонаря какого-то, или, ну, в общем, от фонаря, пусть будет такой свет. Дальше, дальность прорисовки все делаем полностью, и то есть у нас получается так, то, что мы смотрим, опа, а там кто-то стоит как будто, и мы видим кого-то, что кто-то стоит. Дальше мы можем здесь немного поменьше, конечно, делать. Но достаточно таки хорошо будет видно, наверное. Так, а у нас типа здесь фонарь. Дальше здесь... Не, ну, наверное, так вот сделаю, наверное, как-нибудь. Так, ладно. Здесь так чуть-чуть. Идеально. Так, и теперь сделаем здесь NPC. Так как мы все сделали, и сделали мы очень даже хорошо, то есть мы сделали какую-то такую дверь в какой-то бункер, значит, наш главный герой вылез из какого-то бункера. У него в руках нифига не будет. Опять же, ну, чтобы посложнее было как-то проходить. Дальше, здесь, значит, тоже нифига нету, потому что это какие-то, получается, горы. Дальше, здесь так как это свет, кажется то, что это какой-то фонарь. По фонарю сейчас посмотрим. Так, делаем NPC сначала. Мы пока что остановимся на NPC. Добавить NPC, NPC не будет падать вниз, потому что... контроль области. Мы ставим контроль области. НИП. Давайте по НИПу. Давайте посмотрим, что мы делаем. Defender. Я не знаю, что это. Move and defend. Я не знаю, что это. Просто стоять на позиции, наверное. Я не знаю, если честно, что это такое. Я с этим не встречался. Ну, наверное, так. Ладно. По этой позиции, наверное, может ходить наш персонаж. Так. Область контроля. НИП. Так. Пошли дальше. Добавить ИИ. Так, и теперь область контроля. Тип последователь. Так, последователь. Так. Он у нас союзник. Союзник. Это сразу нужно сделать. Это союзник. Он гражданский, союзник. И, в общем, добавить несколько объектов. Это не надо. Так. Значит, мы крутим, крутим, крутим. Так как мы должны создать какого-то парня такого, который... Очень даже крутой такой. Наверное, такого достаточно, парни. Теперь берем, кликаем по нему. И жмем сюда. И здесь, значит... Так, нажимаете сюда. Так, здесь почему-то не про... Ну, немного не прорисовалось, ладно. Так, теперь мы берем. Дальше. Дальше здесь крутим персонажа нашего. Так. Все. Дальше здесь, так как у него будет оружие, он будет нашим союзником, он нас будет прикрывать, он будет как последователь. Так, все, мы его сделали, он у нас рабочий, и теперь с ним можно будет что-то делать. Он будет ходить у нас по заданной позиции, которую мы сделали. Я, конечно, не знаю, как его так сделать, чтобы он нормально был, я не знаю. Сейчас посмотрим. Область контроля. Вот Defender. Появляется один раз. Все. Он не возрождается, он появляется один раз всего. Да, все отлично. Так, теперь сюда надо нам сделать что-нибудь. Какой-нибудь такую транспорт. Транспорт это у нас выходим из света. Свет нам не нужен больше. Так, теперь мы идем к следующим объектам. По следующим объектам это все. Это освещение нам уже не нужно. Так, теперь мы делаем здесь здание, это не нужно, объекты.
объекты. Мне нужны, блин. Что такое, блин? Ну да ладно, да вы что? Вот, все нормально. Я-то думал. Так, ладно. Нам нужно сделать транспорт. Где у нас транспорт? Так, вот. Значит, есть какие-то еще. Нет, не то. Это нам не нужно. Так, значит, транспорт. Транспорт это у нас, значит, неподвижный транспорт есть. Какой-то неподвижный транспорт. Понятно. Так, это нам не нужно. Это нам нужно какие-нибудь транспорты, такие, которые... транспорты. Это ведь то. Это объекты, объекты. А здесь нет, походу, транспорта этого обычного. Так, это какие-то штуки, это припасы. Где же тачки? Я помню, я где-то видел тачки. Насколько я помню, они были. А я не помню, где они. Игровой процесс. Транспорт. Во, хорошо, что будет. Так. Навигация, здоровье. Так, нам нужен транспорт. Так, земля. Так, здесь мы ставим наш транспорт. Так как у нас транспорт, это у нас будет особый транспорт, на котором особо так не покатаешься. Это будет, давайте, пусть у нас какой-нибудь джип, может быть. Пусть это будет, например, вот этот джип синий. Который почему-то желтый у нас. Так. Мы его сейчас сделаем. Так. Раскраска orange меняем на yellow. Yellow он поприкольнее будет, наверное. Так, yellow. И теперь крутим эту фигню. Вот так вот. Чтобы стояла у нас тачка. Так, все. Она у нас теперь стоит. Дальше тут она будет стоять. Тут будут у нас враги. Так. Итак, дальше. Нам надо создать здесь какое-то как укрытие, что ли, или как дерево, может, какое-нибудь, за которым мы будем прятаться. Да. Так это надо сделать. Так. Значит, здесь берем, нажимаем сюда. Выбираем радиус самый маленький, самый малюсенький, он нам не нужен особо. Так, выбираем здесь какое-нибудь дерево или деревья. Нет, не то. Не так, не так, не так, не так, не так. Ну, как-нибудь вот так вот сделаем. Давайте. Как-нибудь вот так вот сделаем. Ну, чтобы типа не палевно, чтобы было вот так вот как-нибудь. Типа не палевное место такое. Так, и как раз здесь, дальше, когда мы выходим, как раз здесь, наверное, тоже надо сделать какие-то деревья. Нет, не получится сделать. Ладно. Ну, допустим, ладно, тут так мало деревьев, например, здесь там какая-нибудь фигня. Здесь деревья. Ну и здесь деревья тоже какими-нибудь сделаем, давайте. Просто вот так они идут. И все. И там также они идут. Просто как деревья, тупо. Ничем не отличающиеся. От обычной. Деревьев. Вот, просто деревья там какие-нибудь такие фини. Есть тоже какие-нибудь деревья. И там деревья. Нет, не здесь. Нет. Здесь деревья. Так, все. Вот деревья. Немного чуть-чуть так вот. Нет, не получается что-то. Что такое? Достаточно столько деревьев, я думаю. Тут тоже нормальное количество деревьев. Ну и так, чтобы не видно было квадрата никакого. Что здесь как будто квадрат никакой. Никакого квадрата как будто нету. Есть такое количество деревьев. Ну,
просто, например. Типа вот так вот как-то. Дальше. Здесь мы сделали деревья. Теперь мы можем спокойно наблюдать за тем, что происходит здесь. Так. Теперь переходим так. Во-первых, надо теперь сохранить карту. Сохраняем карту. Например. Да нет. Или хотя ладно. Пусть будет так. Лес номер один. Так. Сохранили карту. Теперь продолжаем делать дальше. Что мы сделаем? Ну, чтобы не палевно было, что вот так я сделал. Типа, как бы они туда как будто выехали. Они туда приехали такие. Опа, а там, типа, там же не видно, что? Или видно? По-моему, там не видно, насколько я знаю. Ну, вот представьте, они здесь, например, вышли такие, смотрят. Оп, а там нифига не видно. Нормально. Я думаю, не палевно будет. Так, второй человек у нас здесь стоит где-то. Здесь его будет нормально видно. То есть он будет здесь как-то ходить, делать что-то, дела какие-то. Так, здесь у нас наш союзник есть, который нас будет всегда прикрывать. Так, здесь наш персонаж. Дальше. Это все. Так, здесь... дальше здесь нужно объекты сделать. Объекты это... Объект какой-то надо создать. Не деревья, конечно, но надо объект создать. Тачки все, тачки пока что все. Тачки, ну хотя нет, я их оставлю. Хотя нет, это игровой процесс, надо запомнить. Так. Ну, например, здесь будет игровой процесс, пока что не трогаю. Например, Far Cry 5, пусть будет Far Cry 5. Объекты, например, военные, там, я не знаю, же. Финны. Мебель, например, здесь будут какие-нибудь такие фигни. Так, по-моему, нормально. Немного вот так. Вообще шикарно просто так вот будет сесть. Не, немного неровно, вот так вот. Так вот. Дальше, здесь мы спавним дальше. То, что надо сделать. Так. 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 Ну, чтобы нормально было. Чтобы добежать было возможно, вот так вот сделаю. Там, наверное, нормально, если бежать как-нибудь. Да, мне кажется, нормально это все. Отстрелялся, дальше пошел. Так, здесь, значит, такое. Здесь какие-то военные хрени. Здесь какие-то туалеты. Нет, это все. Это уже не надо. Так, объекты, метки, оборудование, припасы. Здесь будет стол еще какой-нибудь. Например. Например, здесь будет столик какой-нибудь. Где-нибудь здесь. Так, вот здесь вот будет стол. Где там будет какие-нибудь... По-моему, это скамейка даже. Это не стол. Ну, да, ладно, это не важно. Например, ладно, скамейка здесь. И все. То есть, так вот. Сделано. Так, дальше. Метки оборудования это какие-то фигни. Так, это какие-то оборудования, это припасы какие-то, по-моему, это обычные припасы, ботинки. Так, значит, здесь нам надо вот так вот как-то сделать. Так, ставим их сюда, куда пусть это будет, они в тачке как будто припасы.
Например, пусть они будут... Ну ладно, пусть они будут валяться где-нибудь здесь. Так, например, здесь. Вот эта фигня. Еще вот эта вот фигня. Нет, нет, вот. Такие вот коробки. Например, они будут везде. Так. Так. Сделал. Так, например, здесь будут еще коробки какие-нибудь. Тоже делается. Такая прям... прям какая-то фигня из коробок пусть будет. Вот. По-моему, нормально. Здесь где-нибудь такая... Это ихняя фигня? Ну и где-нибудь американский флаг валяется здесь. А где он? Не знаю, пофиг. Нет, ладно. Этого, я думаю, достаточно. Например, они приехали, что-то привезли, там что-то выкинули, разобрались, там, я не знаю, там что-нибудь сделали. Решили что-то сделать там, коробки там каким поставили, может там еще что-то поставили. В общем, они приехали, да. Это все поставлено, так, здесь все сделано, так, здесь все, здесь какие-то фигни еще есть, здесь пока что это не нужно. Так, объекты все сделаны, военные мебели, так, все. Здесь все сделано. Игровой процесс нам нужен. Вот. Боеприпасы, ближний бой. Вот, смотрите. Здесь, значит, берете. Например, главный герой подбегает. Так, например, мне нужен что-то там такое. Пусть будет там... Например, какой же пистолет сделать? Например, пистолет. Время возрождения. Нет, он не возрождается никогда. Так, то есть он будет один раз только на карте. Так, и теперь его мы должны его сделать. Так, и теперь мы его должны как-то переместить. Перемещаем его. Перемещаем. Так. Сейчас переместим. Так. Вот, переместили. Окей. Переместили, теперь мы его должны как-то кинуть. Вот так вот, чтобы был. Ну, не так, конечно, но... Ну, типа такого, ладно. Вот так вот. Так вот как-нибудь еще. Ну, типа видно, что он валяется, да? Вот так вот как-нибудь. Достаточно таки хорошо. Так, все. То есть он такой подбегает, здесь такой пистолет валяется. Он такой, опа, пистолет. А в пистолете сколько там патронов получается будет? Сколько там в нем патронов должно быть? Ну сейчас, ладно, проверим. Сейчас проверим, сколько это будет. Так, например. Все. Всего 4 патрона. Ну, нормально. Нормально, я думаю. Пострелял в нем. Теперь нормальная какая-то эта фигня. Здесь наш мужик стоит. А где он, кстати? Вот он там где-то стоит. Просто так. Здесь у нас все открывается. Можно все посмотреть. Так. Здесь типа он бегает. Можно пробежаться.
Не, ну там не видно. Это, если бы двери были закрыты, там не видно, нет. Типа вот так вот, как-то. Я не знаю, как это будет палиться. Наверное, не будет палиться. Ну, смотрите, вот так вот. Типа идет, идет, идет. Двигает. Например. Не, ну, вот так вот, например. Нет, вот так вот. Ну, блин. Ладно, еще раз. Смотрите, вот так вот вперед. Так, докатился. Смотрит такой. Там стоят два мужика. Так. Он подбегает такой, тут какие-то хрени. Он их берет вот так вот. Хоба. Давай, давай, давай. На. Мне не ломается что-то. Ну, прикольно, прикольно, да. Не, ломаются, не, нормально, ломаются. То есть пострелять можно уже из пулемета, как бы. Прикольно, прикольно, ребят. Вот он, пистолет. Нормально. Так, сохраняем. Теперь дальше. Это мы сделали. Тут какие-то шмотки там, какие-то этих мы убили. Допустим, ладно, здесь какая-то скамейка просто так валяется, можно ее там посмотреть, осмотреть. Дальше мы переходим к, ну, например, ладно, там они подбежали сюда, тут можно посмотреть всякую эту фигню. Здесь есть какой-то мусор, по-моему, какой-то. Ну ладно, допустим, ладно, они пробежались, там, я не знаю, я бегу по лесу, например, такой, бегу, 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 бегу. Тут тоже будет дофига врагов, конечно. И тут вот будет самая такая фигня, которая самая такая. Здесь будет здание. Как ты уже понял, наверное. Здесь будет здание. Так, Far Cry 5, здание. И посмотрим сейчас, какие здесь есть военные арсенал. Бункер, вот бункер. Меня интересует, какой бункер. Но не мой. Мой бункер мне не нужен. Так, здесь вот посмотрим. Нет, это какая-то фигня, ребят. Это фигня. Нет. Вот. Вот такая вот... Нет, это тоже маленькая какая-то фигня. Вот, это прикольная уже. Так. Мы пока что ее ставим сюда. Мы ее перемещаем. Так, мы ее двигаем вот так вот. Чтобы было все. Разве она так и не должна быть? А, ну это же бункер, точно. Так что нет. Так. Так, тогда ладно. Так, тогда создаем эту фигню. И здесь вместо военный арсенал есть какой-то арсенал, крепость. Давайте, пусть будет арсенал какой-нибудь. Просто такая офигенная херня, херня огромная просто будет. Например, пусть она здесь... Сейчас мы ее перевернем вот так вот, чтобы она была вообще шикарно, чтобы было нормально. Арсенал. Все, поставили. Вот, вот такая вот фигня получилась. Так, и немного ее теперь надо двинуть. Двигаем. Чтобы получилось как-то вот так вот. Все. Там, наверное, достаточно будет места, да. Действительно, достаточно. То есть такой заходит, там какие-то столики, столы, там окна, там что-то еще. Ну, прикольно, прикольно. То есть вот как это все выглядит, да. Там можно будет забежать, там. Дроны всякие. Так, это арсенал. Дальше. Следующее здание это у нас... Что это у нас? Так. Это у нас еще один арсенал. Только уже не арсенал. Это крепость.
крепостей у нас 7, пристройки какие-то есть. Силовые башни. О, силовая башня мне пойдет, наверное. Не знаю, что это такое. Но по мне такая штука нормальная. Но нет. Так. Создаем. Еще одну штуку. Нет, они мне не подходят. Мне подходит вот эта фигня. Давайте ее. Как-нибудь вот так вот. Так вот сделаем. То есть похоже на какую-то, по-моему, она похожа на нормальную такую силовую фигню, типа стена там какая-то, может там еще что-нибудь. Потом надо подумать, как здесь сделать кошки, чтобы можно было как-то запрыгнуть. А как можно запрыгнуть? Это ведь должна быть там тоже какая-то фигня. Так, ладно. Сельских объектов нет. Нам бункер, крепость, крепость, крепость. Это у нас какая крепость такая будет? А как в нее попасть? Что здесь есть еще одна крепость. Это тоже, по-моему, какая-то крепость получилась хорошая. Нормально, нормально. Нормальная, хорошая крепость. По мне таки. Так, все. Мы построили. Целый тут город почти. Так, и еще у нас здесь будет... Нет, не силовая башня, пристройка. Вот пристройки есть у нас какие-то тут. Нам нужна именно какая-то такая вот фигня. Сюда. Вот достаточно таки нормально. Нет, 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 нет. И так было нормально. Так, теперь создаем, что нам осталось тут. Ну, например, какая-нибудь охранская. Стоит такой домик. Сейчас мы его перевернем. Теперь мы его сюда куда-нибудь запихаем, и получается такая вот фигня. Так, и еще здесь получается, нам нужно здесь какую-нибудь еще фигню сделать. Типа охранской security пост. Security.
включен. Security пост готов. Охранник там будет сидеть. Так, дальше делаем. Дальше нам нужно здесь сделать какую-нибудь еще тоже хрень. Силовые башни. Но интересно, что будет, если поставить какую-нибудь такую фигню? Я ее поставлю как-нибудь вот так вот. Во, вот так вот нормально. Так, дальше. Дальше у нас идет фигня с... Сейчас скажу, с чем. Дальше у нас идет фигня с проходом. Вот она. Да, нормально, по-моему. Насколько я знаю. Так. Тут все, тут пост охраны. Тут вход. Нормально. Так, еще одну эту штуку сюда. И сюда. Получается уже как будто какая-то это стена. Стены. Дальше. Это дерево было. Давайте эту хрень как-нибудь, не знаю, перетащим. Ногу сюда. Так вот. Так вот. Так. Последнее. Примерно так. Тогда здесь тоже получается у нас вход какой-то. А дальше все. Здесь какая-то у нас получается фигня. Здесь вход. Вход можно войти будет. Через этот вход. Нормально. В принципе, нормально сделали. Так, дальше осталось здесь добавить немного всякой фигни, и будет все вообще супер. То есть здесь, где вход, осталось добавить военные, все уже закончилось. Здесь убираем военные из здания, убираем ее.
И теперь здесь нажимаем объекты, военные. Объекты. Двери и окна. Двери. Здесь мы выбираем нужную нам дверь. Нужная нам дверь. Это у нас такая вот дверь, которая у нас будет входить. Добавляем дверь. А то у меня что-то не получилось. Такая вот дверь. Сюда. Так вот, чтобы было. Во, нормально, вообще прикольно. Вообще прекрасно. А прямо в ней. Все. Идеально. Да, то есть можно будет открыть эту дверь, зайти и посмотреть там, что происходит. Да, все. Так. Здесь у нас будет наш охранник сидеть. Какой-нибудь смотреть, что у нас там происходит. Чтоб никто не забежал. А здесь у нас, значит, тоже двери какие-нибудь будут. Вот так вот. Но этой двери, наверное, достаточно. Мне так кажется. Потому что туда я не попрусь. Так, осталось сделать только... Окна есть, жилье. Это нам не нужно. Все. Объекты. Объекты нам нужно. Объекты военные. Объекты, мебель. Это всю фигню мы добавляем. Туалеты. Хранение. Вот, хранение. Так, раз. Два. Три. Раз. Какие-то будут эти. Здесь тоже что-то будет. Здесь, например, такая вот фигня будет. Здесь у нас будет тоже какая-нибудь такая вот фигня. Немного криво, но да ладно. Нормально. Сойдет. Так, здесь у нас внутри этого здания, так как оно без дверей, зачем здесь вообще двери нужны? Такой входит. Тут у нас тоже всякие фигни. Вот эти валяться будут. Здесь будет, например, вот эти вот поставлены, вот эти. Так, вот так вот. Стоит. Все. Если стоит, я думаю, здесь все нормально. Второй этаж. Здесь у нас будет, опять же, те штуки, которые у нас стояли здесь. Это у нас коробки. Так, коробки. Коробки. И вот эти коробки. Такая какая фигня. И коробки такие. Так, теперь мы это все должны. Вот это, я думаю, надо удалить. Вот это все надо расставить. По углам, в общем. Так.
Так, это будет угол ее. Ее мы берем, тоже берем. Так вот делаем. Так вот, чтобы было. Немного ее сюда. Дальше. Следующее тоже так же. Делаем вот так вот. И теперь вращаем ее. Вращаем. Так, чтобы было. И немного вот так вот. Все, хорошо. Так, сюда. Значит, мы опять сюда. Вращаем. И вставляем сюда. Так, это у нас тоже. Это у нас сюда. Получается, куда-нибудь сюда. Пусть будет здесь где-нибудь. Вращаем ее. Так. И вставляем ее. И вставляем, блин. Походу улетел куда-то. Нет, все. Так, все. Теперь остается вот это. Это прям уже все. Это, значит, берем эту штуку. Вращаем ее сразу же. Сразу здесь ставим ее куда-нибудь сюда. И теперь вращаем ее вот так вот. То есть, чтобы она стояла где-нибудь вот здесь. Все. Все, я думаю, расставлено, все нормально. А интересно, там есть двери какие-нибудь такие? А, ну хотя ладно. Неважно. Так. Так, мы все расставили, я думаю, это все. Я думаю, это не так важно. Так, тут у нас какая-то фигня. Так, теперь переносимся к луту. Лут, это у нас вот эта вот фигня. Так, ну все, мы здесь закончили, по идее. С этим можно уже разобраться. Это мы уже, считайте, забыли. Так, оружие и боеприпасы, давайте. Оружку поставим. Давайте пока что я сохранюсь. Сохранилась карта. Все, можно продолжать. Давайте. Здесь мы можем какую винтовку кинуть. Так, например, калаш там или что. Получается 5 их. Ладно, берем один. Куда мы поводок делаем? Теперь ему так вот как-нибудь. Так вот как-нибудь делаем. И теперь его сюда куда-нибудь. По-моему, никуда не делается. Ладно. И теперь мы здесь вот так вот делаем. Немного сюда. И дальше мы просто его немного продвигаем вот сюда вот. Чтобы было вот сюда. Следующий коллаж. Вот, блин. Мы его также сюда вот. Блин, не то. Мы его также берем. Почему у меня двигается эта фигня? Так, ладно. Нет, 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 нет. Скалаж. Так, калаш, 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 калаш. По-моему, у меня двигается сама эта хрень, а не калаш. АК-47, вот она. Немного сюда. А, мы можем уже посмотреть, как вот этот вот калаш устроен у нас. Может, здесь как-то скопировать его можно. Так.
Берем, значит, этот. Как-нибудь его крутим. Так, чтобы было. Немного его вот так вот. Черт. Теперь вот так вот. Получается вот так вот. И теперь берем вот это делаем. Так. Окей. Так. Так, немного. И вот так вот. Немного ниже. Вот так вот. Дальше. Пошли дальше. Так, здесь тоже немного вот так вот. Нет, не так. Нет. По-моему, это да. Так вот. Теперь, блин, не так. Так вот его делаем. Теперь берем его и вот так вот немного подальше. Немного сюда. И немного сюда. Так, дальше его немного сюда и вот так вот пониже его сделаем. Так, и немного его сюда. С этим проделаем то же самое. Его мы тоже вот так вот как-нибудь делаем. Мы его теперь вот так вот как-нибудь вот так вот делаем, чтобы он стоял. И теперь мы делаем с ним то же самое, что мы делали с тем. То есть хоп, хоп. Так вот делаем. И немного его ставим сюда. Вот сюда. Немного пониже, чтобы он стоял. Вот, все. И последний также делаем. Тоже его. Вот так вот крутим. Так вот делаем. Блин, не так. Так, блин. Так. Берем эту фигню. Так. Дальше мы делаем вот так вот. Так. Делаем вот так вот. Так. И теперь делаем вот так вот. Берем. Так. Берем этот. Так, ставим вот так вот. Делаем вот так вот. И ставим вот так вот. Получается так. Так. И теперь сюда ставим. Так. Все, расставили мы оружие. Так вот все получилось. Так. То есть все, они стоят, все нормально. Осталось только расставить другого лута. И можно заканчивать уже с этим выпуском. Ну, еще, конечно, NPC поставим, проверим карту. И все. Так. Ближний бой это все мы сделали. Дробовики, гранатомет особые. Особые это материальные. Так, все фигня. Так, сюда мы сразу ставим всякое разный лут, который нам нужен. Сюда, то есть вот так вот делаем. Ставим сюда лут, который мы хотим сюда поставить. Патроны. Так вот. Дальше. В другом здании, вот в этом здании, вот где-нибудь вот тут вот примерно, будет лут такой. Здесь можно залутаться. Так. На этой, на вертолетной площадке будет тоже лут. Хороший лут. Но маленький. Маленький, но лут. Дальше арморы. Ну, остальное не нужно. Все. Лут сделан. Лута, по-моему, больше не надо. Ну и если вот так вот сделать еще немного лута, то вот здесь хоть будет лут. Где-нибудь вот здесь вот. Тут. Например, здесь будет гора лута. Два лута сразу. Здесь будет лут. Здесь. И внутри этой фигни. Все. Лут сделан, там лута не будет, потому что нафиг там лут. Там мы будем штурмовать прям то место. Так, турели. Турели, они будут отстреливаться турелями от нас. Турель всего будет одна. Вот она турель.
будет одна. Ну и как раз здесь можно будет прочекать, как это все будет работать. Так, сохраняемся пока что. Так, проверка карты. Не понял. Чё там? Пересекаться с поверхностью. Так, а в смысле, а что? Что? А, ясно, 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 ясно. Вот то, что мы делали, вот эта вот вся фигня. Сейчас я быстро вот так вот разъединяем немного. Чтоб она не так уж и ровно стояла так. Так, то есть, если это здесь, это здесь. Проверяем. Нет, не так. Так, тут все. Если, конечно, это так делаем мы. Это немного так. Это немного вот... Нет, это не надо было трогать. Так, и сейчас мы уже закончим тогда. Вот это вот все. Тогда мы немного расставим вот так вот. А-а-а, нельзя... Нельзя соприкасаться с деревьями, точно. Точно, 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 ребят. Точно. Ребят, точно. Так, сюда мы сделали. Сюда мы сюда ставим. Так. Так, 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 так. Ставим сюда. Так. И, по-моему, все. Вот, дерево, которое... Нет, оно не никак. Нет. Так, давайте проверим. Да, блин, лагает все равно. Я не знаю, почему лагает. Так, вот! Так, ладно. Да, так. Окей, окей, так, 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 так. Дальше. Вот, блин, не то, нет. Так, окей. Так. Так. В общем, ребят, окей, в следующей части этого видеоролика мы сделаем там вот эту всю фигню. В общем, всем спасибо за просмотр, с вами был Александр Новасов, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Новасов, пишите комментарии под видео, всем удачи и всем пока!